инструктаж. Когда надо притормаживать, это первое. Второе, дистанция нужна для того, чтобы я, подъезжая к перекрестку, мог придержать тот или иной транспорт, чтобы я успел придержать. Вы в посте идете, а не выскакиваете, патрули ваши не выработаны рядом со мной. Надо понять, это не гонка. Да, это не гонка, это велопробег, понимаете? Большая разница вообще. Девочка упала. Люди и так, вы видите, на красный маячок не реагируют. И вы еще в посте идете, мне надо их как-то разогнать, а вы вплотную сидите прямо в крыле. Просим всех слушать и соблюдать. Просим всех. Не прижиматься. Есть двухстороннее движение. Я иду по центру. Вы пытаетесь навстречу выехать, растянуться. Держитесь как можно правее, пускай на кого она будет дальше. Но по правой полосе, по своей.